Дорогие друзья, об этой трагедии сообщил сам Андрей Малахов в своем телеграм-канале. Смотрите наши новости, ни в коем случае не переключайтесь, ведь каждое утро мы радуем вас интересными выпусками на нашем YouTube-канале. Андрей Малахов сообщил о том, что вчера вечером при загадочных обстоятельствах в Болгарии во время отдыха пропал известный советско-российский киноактер, которого знает и любит вся страна, Владимир Долинский. Сообщается о том, что актер находился там на отдыхе и не вернулся вечером в отель. На данный момент многие заняты его поисками. В российском шоу-бизнесе на данный момент большой переполох, все переживают за российского актера. Что с ним и куда он мог пропасть, пока неизвестно. Сотрудники местной полиции уже приняли к сведению данное происшествие. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь, смотрите наши новости каждое утро, и в следующем выпуске вы сможете увидеть более подробную информацию по данному поводу.